Тему экспорта продолжим с гостем в студии. На прямой связи с нами директор департамента андеррайтинга, прямого страхования и перестрахования компании «Казахэкспорт» Аян Биктыбаева. Доброе утро, Аян Арыспаевна. Спасибо, что согласились с нами пообщаться в столь раннее утро. Вот интересно, почему экспорт в Узбекистан идет только в живом виде? Вот, то есть наши туда отправляют живой скот, и их мясокомбинаты, кроме того, что создают рабочие места, еще и получают дополнительную прибыль за счет переработки сопутствующей продукции. Там шкура, костная мука, очень дорогие внутренности животных, например. У них вовсю работает, получается, обработка. Почему мы сами не можем наладить производство готовой продукции? Доброе утро. Компания «Казахэкспорт» старается максимально содействовать данному процессу. Мы знаем, что на текущий момент более востребован живой скот. Это, естественно, запрос импортеров, но над вопросом более глубокой переработки и предоставления товара не в сырьевом виде, а в виде готовой продукции, это задача номер один для всех нас, как для компаний, которые поддерживают экспорт, так и для самих экспортеров. Экспортеры, в свою очередь, должны осуществлять максимум усилий, они это делают, это их генеральная задача. Они, получается, стараются инвестировать максимум своих средств с нашей поддержкой, с поддержкой других госпрограмм, для того, чтобы экспортная продукция могла быть предоставлена именно в переработанном виде. Для этого нужны глобальные инвестиции и большой объем оборотного капитала. На текущий момент эта задача решается. Да? Да. Решается задача. Она управляема. Это является задачей номер один. Да, конечно. Но аналогичная ситуация происходит в мукомольной отрасли. Зерно, получается, продаем, а муку не можем, потому что Узбекистан поднимает ввозную пошлину на муку. А на зерно снижает. Вот с чем связаны такие, скажем, игры при экспорте и как мы защищаем свои интересы здесь? Но каждая страна, каждый участник внешнеэкономической деятельности старается максимально работать ради своих интересов. Конечно, при всей толерантности к нашим соседям мы должны понимать, что мы тоже должны защищать своих экспортеров и создавать им максимально комфортные условия для того, чтобы они могли предоставлять именно свою переработанную продукцию. Для этого есть меры господдержки, для этого есть регулирование таможенных и налоговых акцизных операций. По этой причине должны быть включены ряд комплексных мер для того, чтобы осуществлять такую поддержку. Как и говорила до этого, «Казахэкспорт» также осуществляет консультирование в плане того, каким образом нужно получить эту поддержку, каким образом нужно проработать вопросы сотрудничества с импортером для того, чтобы продавать не сырье, а готовую продукцию. Аян, еще вопрос. Смогут ли наши казахстанские производства без дотаций государственных продержаться? Ну, например, я понимаю, что большие инвестиции требуются для реализации любых задач, но все-таки у нас есть бизнес, который сам себя, в общем-то, окупает. И можно ли без господдержки это сделать? Ну, на самом деле, нельзя нивелировать те усилия, которые осуществляет любой предприниматель, любой бизнесмен в организации дела. То есть государственная дотация, она дает возможность удешевить, ускорить процесс выхода на более глубокую переработку. Но нельзя забывать о том, что сами экспортеры и производители очень много делают, вкладывают такие титанические усилия, чтобы организовать такие производства, чтобы контролировать, чтобы представлять нашу продукцию на рынках. Это глобальный труд, который не всегда виден, но, конечно, он не менее важен, чем сама господдержка. Спасибо большое. Аян Биктыбаева была с нами на прямой. Без господдержки это возможно, но сложнее. Вы не закончили, простите. Все, я закончила. Спасибо большое. Напомню зрителям, Аян Биктыбаева была с нами на прямой связи, директор департамента андеррайтинга, прямого страхования и перестрахования компании «Казахэкспорт».